Здравствуйте, меня зовут Ольга Деянова. Это программа «Могу помочь». Мы соединяем людей, которым нужна помощь, и тех, кто может ее оказать. В центре временного пребывания для женщин сломалась бытовая техника, и мы нашли тех, кто смог решить эту проблему. Этого центра нет на карте Барнаула. Здесь живут женщины со сложной судьбой, и они часто скрываются от родных. Именно поэтому центр не рекламируют, о нем почти не говорят. Лидия Аношкина 3 месяца прячется здесь от мужа, который избивал ее и дочку. Мы сбежали от папы. То есть насилие терпеть я не могу и боюсь, что ребенок тоже может подвергнуться. На всякий случай я просто сбежала. Центр открылся в 2010 году. За 6 лет работы бытовая техника порядочно износилась и начала ломаться. 2 стиральные машинки и центрифуга вышли из строя почти одновременно. Женщинам приходится стирать на руках. А недавно сломалась единственная в центре электроплита. Бытовая техника используется постоянно. И, конечно, сталкиваемся с тем, что то сломается машинка, то плита. Центр живет на пожертвования. И сейчас денег на ремонт нет. Женщины попросили нас помочь решить их проблему. Сразу после эфира нам позвонили из компании «Муж на час» и предложили свои услуги. Когда мы узнали, что нужна помощь, мы решили, конечно же, помочь, не стали проходить мимо. Почему? Потому что для нас важно, чтобы наша услуга была доступна для людей с любым достатком. Компания свое название оправдывает полностью. Всего за час мастера починили и машинку, и электроплиту. Сергей Иванович, Андрюшенька, я хочу поблагодарить вас от лица всех женщин, живущих здесь, в этом доме. Вместе со зрителями телеканала мы вновь сделали доброе дело. Стирать, готовить, заботиться о детях женщинам центра временного пребывания снова стало проще. Если вы хотите стать героем нашей программы, вам нужна помощь или вы готовы оказать ее другим, то звоните в нашу редакцию по телефону 65 22 25.